Всем привет, друзья, с вами Пейн, и прямо сейчас мы посмотрим с вами на такой замечательный мод для Майнкрафта, как... не буду говорить пока, окей. Значит, у нас есть возможность скрафтить телефон и такую... чип такой. А, нет, это даже чит с операционной системой Flappy, даже так. То есть это целая операционная система для телефона. Хорошо, у нас есть возможность скрафтить телефон и чип с операционной системой Flappy. Хорошо. Смотрим, как крафтится телефон. Телефон крафтится из... как они? Полублоков. Блоков. Нет. Панелей. Стеклянных панелей, одного редстоуна и 6 слитков железа. Запомнили? Запомнили. Дальше. Из чего крафтится операционная система... чип с операционной системой? Он крафтится из 4 слитков железа, 4 редстоунов и одного пера. Не знаю, почему одного пера, это довольно странно, но не суть. Одного пера. Хорошо. Нам нужен верстак, хотя не обязательно, но мы его все равно поставим, чтобы быть цивилизованными. Ага, берем. И на верстаке скрещиваем телефон и операционную систему. У нас получается Flappy Phone. Телефон с операционной системой Flappy. Отлично. Берем телефон в руки. Берем телефон. Кстати, у меня почему-то звука нет. Ребята, простите, пожалуйста. Вот, все отлично. Ну, теперь мы слышим слизней, но это тут весело. Значит, смотрим. Телефон. Здесь установлена игра, я уже проиграл. Сейчас. Установлена игра, легендарная, кстати, в которую мало кто успел поиграть, потому что она была очень сложный и стал популярный тоже тогда, когда ее выпилили из продаж. Потому что очень много людей писали гневные комментарии. Эта игра называется Flappy Birds. Она выходила на айфонах, насколько я знаю. И с момента релиза она жила где-то месяц, может, два. И после чего продажи закрыли и ее как бы изъяли из публичного доступа. И потом на eBay продавали телефоны. Телефоны, на которых, то есть айфоны, на которых уже установлена эта игра. Как бы, понимаете, насколько она хороша. Но здесь первые уровни, они легкие. Там дальше все сложнее. Поэтому я оставлю это для вас, друзья. То есть вы когда с друзьями сидите или кого-нибудь ждете, вы можете поиграть в мини-игру. В Майнкрафт привносит столько всего, и меня это не может не радовать. А вас? Напишите в комментариях. Ладно, друзья. Если вам понравилось это видео, можете подписаться на канал, ставить комментарий, поставить лайк. Я желаю вам удачи, всего хорошего и пока!